до нашої студії завітали кінологи Олена Троян та Ірина Пишнєва. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Сьогодні ще рано, день тільки попереду. І як ви сьогодні плануєте його провести? У нас робочий день. Ну, так як у нас тема «Вихідні з животними», мы вот пришли в студию, взяли больших, маленьких собак, чтобы рассказать, как можно провести время без тягости для себя и для животного. Давайте познайомимо із нашими іншими учасниками, заради власне яких ми і зібралися сьогодні в нашій студії. Ну, це Ханя, цвергшнауцер. Цвергшнауцер, самая маленькая служебная собака. Вона хоче до своєї господині і не хоче сидіти. Як мені її заставити слухатись? Вот просто почухати їй вот здесь вот грудочку, да? Вот, і вона у нас успокоїться, їй буде приємно і комфортно. Діє. Все буду чухати програму тепер. Нічого. Это русская псовая борзая, это собака охотничья, которая работает на зайца, лису, волка. Но волка может взять только два матерых кобеля. Ну, сейчас у нас на Украине они используют как для загонки зайца и лисы. Фартовый загонял, да. Зайца? Нет, фартовый не загонял, он его не увидел. Не знайшов. Да, мама, его бабушка, те были ловцы, а он еще его не увидел. Ничего, все попереду. Да, все, он еще молодой, ему все впереди. Ірина Володимирівна, представте свою красуню, вона вже здається на пляжі. Американський кокер спанієль, Хелена, Константа Трон, самая маленькая, опять-таки, охотничья собака, вот, среди спаниелей. Ну, я вам хочу дополнить, мы, по-моему, с Фартовым вместе осенью ходили, учили их загонять зайца. Вот и Хелена, охотничья собака, и Фартовый, они великолепно бегали по бывшему водохранилищу в Кульбакино. Зайца знайшли? Знайшли. Только бегала налякали. За ним я. Налякали. У них не було мети його піймати і з'їсти, так? Ми просто віддихали. Ми просто віддихали і дійсно от пробіжку хорошу зробили. У нас Николаїв чудесний город, у нас є де віддихнути, у нас є великолепні поля, і ліса є, в городі взагалі річі достатньо, і море. Так що є де відпочивати. І вже і до зоопарку можна. Да, мене вже пригласили. Мене пригласили в зоопарк, от із собаками. З собаками, так. Давайте розкажемо, як відпочивати із домашніми улюбленцями, щоб було і їм комфортно, і безпечно, і всім оточуючим. Отже, де найбільш комфортно буде відпочивальникам? Ну, у нас традиція в клубі. Ми на весною, осінню, літом. Літом це ми всі вже всі не дождуться цього сезону. Ми їздимо з сім'ями, з собаками на море. Уже это традиция не один год, у нас очень много впечатлений. Скажите, будь ласка, ну хочется позасмагати, хочется відпочити, а тут еще и треба дивитися ну, за собакою. Ну, не только там загораем и смотрим. И собаці ж може бути жарко. Для этого у нас есть палатки и зонты. Так. Палатки. Вот такие маленькие, специально для животных. У нас все предусмотрено. Предусмотрен обязательно шашлык. Предусмотрена обязательно еда и вода пресная, которую мы берем с собой. На море... Сколько треба взять воды? Ну, я на свое стадо беру где-то 5-литровую баклажку. Так, вот. Чтобы... Да, ну, сам хозяин должен понимать, да, что на солнце и у людей, и у животных может быть обезвоживание. Тем более у нас лето, солнышко такое активное и очень жаркое, и безопасность животных при жаре – это самое первое дело. Во-первых, мы должны четко понимать, от того, что мы на лысо подстрижем собаку, если она по стандарту должна быть, вот мне все спрашивают, почему она такая волохатенькая, не жарко ей. Но нам же людям не жарко в волосах, правильно? Вот а то, это как самое, термос получается. Совершенно верно, мы прикрываем. Но если вы уже подстригли собаку, вот буквально стригут под машинку, прямо аж кожу, вы должны понимать, что вы обрекаете животного на солнечный удар. У них тоже это может. Ожоги. Ожоги. То есть на лето собаку
выстригать, волохату собаку выстригать не нужно. Да, это очень большая ошибка. Далее, идем далее. Если вдруг вам пришлось подстричь собаку наголо, то обязательно ей надо сделать попоночку, халатик, хбшишка, чтобы она дышала, ситцевый, вот, чтобы не было ожога. Мы, девчатка, любим вдягать разноманитные пляжные такие варианты, и я думаю, что и для собак это обязательно. В квартире тоже может быть очень жарко, и можно получить тепловое помещение, удар. Что для этого необходимо? Мы должны знать, у собак немножко по-другому расположены потовые железки. Животик, и вот лапы. Что надо охлаждать. И не лапочки. Собаку полностью, так. А именно тобто животик. Дати можливість нашому улюбленцю десь зайти, полежати у ванні чи в тазику з водою. Водичку. Змочити, навіть просто змочити і пузико водичкою. Тому що сквозняки від відкритих окон можуть бути абсолютно у всіх. Более того, Лена Михайловна сейчас более предметно нам расскажет по поводу собачек пекинесов, и у которых маленькие носы. Так, это вообще группа редко. Я хотела еще предостеречь по поводу кондиционеров. Если у вас кондиционер и вам хорошо, и собаке, конечно, тоже комфортно, то у нас очень летом часто собаки болеют воспалением легких. Потому что идет переохлаждение. Если у вас есть кондиционер, собака должна находиться в другой комнате без кондиционера. Это такое вот предостережение. По поводу коротконосых собак. Ирина Владимировна уже говорила, охлаждать это живот. Выгуливать их только, когда зашло и вышло солнце. То есть вечером, когда оно зашло, и когда оно еще не встало, рано утром. Потому что жара... тепловой удар, это вам обеспечен. Если же у вас... Мій цвержик доходить до будь-якого тіньочку в день і лягає, говорить, я нікуди зараз не піду. І не треба, хай лежить. Да. Значит, если вам пришлось вывести собаку днем, вы правильно сказали, что нужно искать тень. Вот. И всегда с собой, даже если вы на короткую прогулку вышли на улицу, всегда имейте баклажку с водичкой. Пусть там вот такие вот, как вот сейчас, как прыскалки эти водички, вот бутылочка маленькая, пол-литровая, вам хватит для того, чтобы если собаке стало плохо, а стало ей плохо, собака начала качаться, закатываться глаза. Дыхать и башка. Да, то вам обязательно надо собаку смочить. Живот, лапы, не надо давать пить, потому что собака может захлебнуться. Так. И тоже имейте в доме всегда корвалол, валерьяночку, вот, волокордин. Заспокоит. Да, для того, чтобы можно вот хотя бы первое, потому что идет сердечный сбой. Угу. То есть тахікардія починається. Нічого собі. Але ми говоримо про те, куди можна поїхати і піти із собаками. Ми зробили ось такий невеличкий відступ, щоб знати, як допомогти собаці в скрутну хвилину. Так, куди ще? Ось на море ми поїхали, взяли воду і якісь парасольки, намети, щоб прикрити її. Далі. Значить, собака лежить, купається, бігає. Вот. Только опять-таки, если бегает, то пусть она бегает по морю, по водичке. Так, чтобы лапки и животик охолодживалось. Да, мочит себе животик. Вот. Вода должна стоять рядом с собакой безограниченно. Это вот по... Желательно, конечно, не разрешать собакам есть медуз. Боже, да чи таке може бути? Да, вони люблять, звісно, все попробувати. Да, все попробувати. Так, нічого не дозволяти собаці їсти. Да. Ханю, я знаю, що ти хочеш до матусі, але посидь ну, трошки. Ну, це якщо ми на морі. Ну, не кожен може на морі поїхати. У нас великолепна річка є. Ну, от ми живемо взагалі в районі ліски. Да, якщо ви покупали в річці, предостереження опять-таки. Обов'язково прийти домой і сполоснути собаку проточною водою. Тому що у нас ріки грязні. И очень много грибковых заболеваний. Ничего после купания. Она хочет до вас. Давайте. Ханя опустилась и села. Вот так вот. Все, моя хорошая. Значит, еще мы ездим в лес отдыхать. У меня такое предостережение. Я даже когда выхожу с собаками гулять, вне зависимости, там лес или просто на прогулку, я перед каждым, несмотря на то, что у меня собаки обработанные, я их дополнительно брызгаю
обыкновенным бутоксом или неостомазаном побрызгала для того, чтобы ни комар не сел на нас. Вот. И в основном низ. Мелких собак, конечно, я всех брызгаю. Это перед каждой прогулкой. То есть ни травяная блоха, ни комар на вашу собаку не сядет. Точно так же мы делаем в лесу. Тобто оберігаємо собаку від комах. Да, да, да. И вот даже когда мы выезжаем на природу, мы стараемся место там, где мы остановились, побрызгать вот этими... То есть це і важливо. Для нас це удобно. А я хочу додати, що дуже, наприклад, мій цвержик, він полюбляє усілякі трав'яні такі місця і набирає багато устюків. Тут треба перевіряти лапки. Я теж приспособилась з боротьби з устюками, коли у мене один раз наші мої мопси умудрились устюк, устюк загнати. Я вот, лапи літом мою гораздо чаще, ніж зимою. Я просто-напросто мочу лапу, устюк размокает, и он уже не опасен. И мелкой щеткой прошлась по, если собака вот такая, как цверк или кокер, вот, прошлась, вычесала эти устюки. Вот. А так, говорю, между пальчиками лапу окуну, она хорошо промочилась, и все, уже устюк мне не страшен. Допустим, вот на таких вот сильно пушистых собачек... Тут, Ирина Владимировна, да, очень хорошо. Скажите, шапочки... Вот комбинезончики, комбинезончики. Но комбинезончик не каждый раз будешь одевать, скажем так. Мы все должны жить не для собак, а с собаками. Да. Но им должно быть комфортно тоже. Каким образом? В принципе, все великолепно знают, у нас собака очень длинная, имеет длинные уши. Это охотничья, она постоянно нюхает, землю роет. Поэтому у нас вот есть различные шарфики на шейку, предохранение от остюков на ушке. Спасибо большое, что у нас есть шерсть. Мы когда бегаем, устюки застревают в этой шерсти. Вот. Ну, понятно, когда пришли домой, лапочки помыли, устюки убираем. Мы от этого никуда не денемся. Если кому-то повезет, это будет хорошо, но мы должны иметь предостережение против этого. Шапочки прежде всего, вот, обязательно, чтобы ушки не волочились по земле. Грязь не попадает, пыль і устюки. Ну, і якщо ми нікуди не поїхали, а залишилися от на вихідний в місті, де ми можемо погуляти? Ну, от ми вже говорили, в зоопарку, так, в місті з животними, в парках. Ну, для парків, для вигулів є постановлення. Обов'язково собака має бути в наморднику, так, навіть для таких маленьких. Вот, вот, Ганю, для... ти це чула? Це для больших. Вот. То есть собака должна быть в наморднике для безопасности. Это в обязательном порядке. Если же у вас нет намордника, то вам грозит штраф. Так. Поэтому, пожалуйста, в наморднике и на поводке. Поводок должен быть не больше 3 метров. Ну что, тоді дамо пораду берегти себе, радіти своїм домашнім улюбленцям і поважати оточуючих. Прежде всего, да, прежде всего надо быть культурными в отношении людей, чтобы не водить собак своих любимых в песочнице в детские, гулять на детских площадках. То есть, если вы будете культурными, то и к вам будут относиться с уважением. То есть, уважайте других, и вас будут уважать. Дякую вам. То же самое хочу сказать. Дякую вам за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії за кваліфіковані поради. Бажаю вам приємного вихідного дня і гарного відпочинку з домашніми улюбленцями.